Законопроект носит откровенно антисоциальный характер. Безусловно, эти меры негативно могут сказаться на благосостоянии наших горожан и без того зажатых в тиски различных налогов, сборов, штрафов. Я согласна, что наказывать надо. Наказание должно быть неотвратимым. Но наказание должно быть и соразмерным. Как мне кажется, федеральный законодатель именно об этом и думал, принимая данный закон. И еще об одном. Санкции, они сами по себе, наверное, бессмысленны, если город, исполнительная власть, не делает для того, чтобы выбить базу из-под этих правонарушений. У нас будут парковаться в неположенных местах, какие бы вы штрафы не принимали, но надо продумать о парковочных местах, надо ставить эти вопросы. Парковочные места должны быть у нас у каждого дома. Вот об этом нужно думать. И муниципалам в первую очередь. И, безусловно, город должен помогать своим жителям. Поэтому я считаю, что данный законопроект не принесет облегчения нашим жителям и не поднимет авторитет законодательного собрания Санкт-Петербурга. Спасибо. Пожалуйста, заключительное слово будет?